Привет. Приехали на рыбалку. На спиннербейт не берет. Надо что-то менять. Как-то апгрейдировать ее на коленке. Значит, что для этого нужно? Ну, во-первых, берем коленку. Это важно. Берем спиннербейт. Например, вот такой. Берем пикшат 15-сантиметровый. Берем вот такие крючки. PMC трейлер хук. Сами по себе трейлер хуки, я думаю, что вы видели уже неоднократно. Крепятся они вот таким образом. Как правило, на спиннербейты большего размера. Мы же поступим чуть-чуть по-другому. У нас по итогу манипуляции должна получиться вот такая вот штука. Берем пикшадик и засаживаем ему крючок вот таким образом. Наверное, придется некоторые усилия приложить. Китайская резина какая тугая. Просовываем крючок в тело пикшада вот таким образом. Без стопора, естественно. То есть, чтобы он у нас где-то на желаемой глубине вот этим ушком там был зафиксирован. Теперь дальше продолжаются страдания бедного пикшада. Смотрим, как он должен стать у нас. Теперь острие крючка нам нужно просунуть через нос. Просунув его в ушко крючка, который находится внутри пикшада. В общем, бедный пикшад. Хорошо, что китайский. Там нужно будет его немного нащупать. Мишуру лучше, конечно, резиночкой подвязать, чтобы она не мешалась. Вот после минуты мучения пикшада получается вот такая конструкция. Трейлер-хук зацеплен за основной крючок. При этом приманка довольно надежно зафиксирована, не болтается. В общем, внушает. Еще раз. Спиннербейт, трейлер-хук, пикшад. Минута мучения пикшада. И получается вот такой интересный апгрейд для спиннербейтов. Всем удачи!